Давайте еще раз поаплодируем уличному театру Jam Energy. Город Санкт-Петербург, именно они завершают огненным шоу сегодняшний наш яркий, насыщенный день. Раз, два, три. Друзья, как меня слышно? Хорошо. Давайте сделаем так, чтобы ребята тоже вас услышали. Они готовятся, они волнуются. Давайте пошумим немножечко. Давайте дать аплодисменты. Громче, громче, громче! Так, друзья, а кто был на первом шоу? Похлопайте, что я просто не вижу. Кому понравилось? Кому не понравилось? Нет таких. А что пришел тогда? Ладно. Окей, друзья, мы, в принципе, готовы. Мы начинаем. Но смотрите, чем громче вы хлопаете, тем выше мы прыгаем. В принципе, все просто. Давайте пошумим. Еще, еще, еще! Отлично. А теперь все вместе сделаем обратный отчет. С 10 до 1. И мы начинаем. Давайте. 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2!
классную огненную дверь. Дайте, 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 дайте еще больше шума и ребятам они сделали для нас классное, классное завершение первого дня фестиваля Jam Energy город Санкт-Петербург. Еще раз огромное спасибо прекрасной команде Jam Energy, наши гости из Санкт-Петербурга, кстати, ребята впервые на нашем фестивале, поэтому предлагаю, вот сейчас уходят, и еще им подарить мертвую эмоцию, энергию, потому что они нам точно ее подарили. Да, ну ребята мне сейчас подсказывают, что они будут выходить уже в центральную зону из-за кулис условных наших, и можно будет даже пофотографироваться с ними. Тем более у нас с вами действительно остается вот буквально несколько минут, 10-15, до официального завершения нашего первого дня юбилейного фестиваля уличных театров «Флюгер». И вот тоже прекрасный артист на ходулях. Вот. Оригинальный жанр «Люмьер», ребятки здесь, тоже небольшое такое световое действие для вас представляю. Классные крылатые персонажи на ходулях, с ними тоже пофотографироваться нужно обязательно. Ну а плавно наш день с вами сегодня заканчивается, и завтра мы, конечно, ждем вас ровно в 14.00, откроются двери для второго дня. Пятого юбилейного фестиваля «Уличный театр». Ну а на сегодня плавно программа у нас подходит к логическому завершению. Спасибо вам огромное. Ну и еще раз скажем отдельную благодарность всем нашим театрам, всем нашим артистам. Поэтому они сейчас находятся все за кулисами, все в гримерках. Давайте всем, кто сегодня выступал, поаплодируем обязательно. И скажем спасибо за этот первый день фестиваля.